Культурно-просветительский центр «Царский» представляет новый музыкально-просветительский проект детской музыкальной школы номер 3 «Великие композиторы прошлого» в современном формате. Этот проект, по словам организаторов, задуман как серия лекций-концертов для аудитории любого возраста и любого уровня подготовленности. На мероприятиях можно будет как послушать великие классические произведения в живом исполнении, так и узнать все подробности их создания. Произведения будут исполнены артистами Уральского академического филармонического оркестра, а также студентами и аспирантами Уральской государственной консерватории. 13 января состоится концерт «Сказки о сказке», где слушатели смогут познакомиться со сказочным творчеством двух незаурядных композиторов – Сергея Прокофьева и Николая Метнера. Справки по телефону. Плюс 7 343 371 71 67. Адрес центра «Царский». Екатеринбург, улица Царская, 8.